Как построить карту глубины по стереопаре, используя программу Stereo Photomaker и программный модуль OgaSoft? Если вы еще не установили последнюю версию Stereo Photomaker 5.26 Beta, загрузите ее по ссылке и поместите в нужный каталог. Все ссылки внизу под видео. Вот страница с программой Stereo Photomaker. Находим последнюю версию 5.26 бета. Качаем. Скачалась. Теперь нажимаем на архив. И теперь перетаскиваем файл .exe в нашу папку, в которой лежит программа Stereo Photomaker предыдущей версии 5.24. Но я предпочитаю еще указывать номер версии. Пишем 5. Откройте указанную страницу и скачайте архив. Откройте указанную страницу и скачайте архив. Разархивируйте скачанные архивы и перенесите туда, где лежит программа Stereo Photomaker. Сейчас будем распаковывать архивы. Открываем папку с разархивированными файлами. Но это то, что содержится внутри архива, а нам нужен весь каталог целиком. Поэтому поднимаемся на шаг выше и копируем Stereo Photomaker. Раз, скопировали. Теперь со вторым архивом. Опять поднимаемся этажом выше, копируем каталог к Stereo Photomaker. Скопируйте содержимое папки OgaSoft 3D5 ногу X64 в папку OgaSoft 3D9 X64 с заменой существующих файлов. Удалите папку OgaSoft 3D5 ногу X64 и переименуйте ее в DMAG 5.9. Запустите Stereo Photomaker и загрузите в него стереопару. Стереопара должна быть side-by-side, то есть левый кадр слева, а правый справа. Запускаем новую версию Stereo Photomaker. Загружаем в программу стереопару. Слева должен быть левый кадр, а справа правый. А у меня наоборот, у меня перекрестная пара, поэтому нужно поменять местами лево и право. Следите за мышкой. Вот она кнопка Swap Left Right. Поменять лево и право местами.
Выберите команду меню Edit, далее Depth Map, далее Create Depth Map from Stereo Pair. Создать карту глубины из стереопары. Нажмите ОК, укажите каталог DMAG 5.9. Ну вот, смотрите, подключился модуль DMAG с кучей настроек, и стереопара сразу же превратилась в анаглиф. Что дальше с этим нужно делать? Определите максимальный задний параллакс. Определяем параллакс на заднем плане. Для этого нужно совместить самые-самые задние фрагменты. Смещаем стрелками на клавиатуре левый и правый кадр относительно друг друга. Находим самый дальний объект, вот этот вот листик, по-моему, и его совмещаем. И теперь нажимаем Get Background Value, получить значение для заднего плана. И обратите внимание, откуда берется это значение. Следите за мышкой. Position Alignment x-124. Вот эту величину программа и взяла. Определите максимальный передний параллакс. То же самое проделываем для переднего плана. Сдвигаем стрелками на клавиатуре влево-вправо. Ищем самый передний объект. Вот эта травинка. Вот она. И смещение по оси X 140. Вот это значение программный модуль сейчас и возьмет. Get foreground value. Оп, 140. Вот отсюда это значение берется. Проверьте величину maximum image width. Это максимальная ширина изображения в пикселях. Ваша картинка не должна быть шире этого значения. Поставьте галочку Create Left Right Depth Maps и галочку Create Depth Map Front White Black Back. Передний план белый, черный задний. Обратите внимание, немаловажная величина. Максимальная ширина изображения 3000 пикселей. Ну, у меня максимальная ширина 1700 с чем-то. Я укладываюсь в эту величину. Здесь я ничего не трогаю. Зажигаю галочку Create Left Right Depth Maps, то есть карты глубины и для левого, и для правого глаза. И Create Depth Map Front White Back Black, то есть передний план будет белым, а задний черным. А бывает наоборот, передний черный, задний белый. Есть и такие карты глубины. Ну, они же идут настройки, что они обозначают? Одному программисту известно. Нажмите кнопку Create Depth Map. Ну что ж, создаем карты глубины, нажимаем клавишу Create Depth Map. И пошла работа со стереопарой. Так, анаглиф превращаем в параллельную пару. Ну а что, неплохо получилось. Стереопара все-таки сложная, много мелких деталюшек. И с настройками мы еще не разбирались. Сохраните результат. А теперь осталось сохранить карты глубины. Файл. Сохранить левые и правые картинки. То есть карты глубины мы сохраним отдельно. Вот такой префикс, а суффикс внизу для левого L, для правого R. Вот вы можете это все изменить.
подписать left, right, если хотите. Выбираем максимальное качество. Можно выбрать другой формат. BMP, PNG, TIFF, ну, JPEG меньше всего места занимает. И сохраняем. Ну вот наши сохраненные файлы. Все. Берите и пользуйтесь, как хотите.